Итак, 22 марта в 11 часов дня по всему Казахстану, по местному времени, мы проводим митинг-шествие. Митинг-шествие по всей стране. Наши сторонники придут из именно пакета требований, связанных с списанием кредита. Это первое. Второе. Мы говорим о материнском пакете требований. Это и бесплатные среднеспециальные высшие образования. Это для студентов стипендии не менее 50 тысяч тенге. И 30 тысяч тенге на то, чтобы студенты могли арендовать жилье. Также мы требуем, чтобы было бесплатное дошкольное питание для 1-4 классов. Практически детей наших таких в стране более 5 миллионов. И, соответственно, их родители. То есть вы понимаете, когда мы выдвигаем эти требования, бесплатное медицинское обслуживание в государственных учреждениях, бесплатное государственное образование, высшее и среднеспециальное, мы затрагиваем интересы всех граждан страны. И таким образом наши программы затрагивают интересы миллионов. И наши требования – свободу Серикжану, нет депортации Сайрагуль. Они, эти программы, тоже затрагивают интересы нашей нации. Наши соотечественники подвергаются давлению и пыткам на территории Китая. Они бегут оттуда. И мы не должны их выдавать, не должны позволять, чтобы этот режим их преследовал. Мы должны им дать защиту. Я думаю, это наш долг всех граждан страны. И поэтому это третье наше требование, которое мы будем выдвигать 22 марта. На шествие и на митинг мы выходим с голубыми шарами, с голубыми шарфами, в голубой одежде. Мы выходим с государственной символикой, с государственной символикой, флажками Казахстана, с знаменами Казахстана. Мы используем государственную символику. Спасибо, что смотрите наш YouTube-канал 1612 и не верите сказкам Хабара. Жмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых видео. Подписывайтесь на каналы 1612 в Instagram и Telegram.